такое ощущение, что ты размножилась. Это игра разума. Это игра разума, но ты как будто бы видишь себя сразу с разных ракурсов. Дорогие зрители, это спектакль про любовь. Но знаете, как бывает, мы все хотим любить, нас это объединяет. И все мы сталкивались с такой ситуацией, когда мы хотим любить, а вместо любви происходит что-то другое. Тогда помогите мне, спасите меня, я не могу смотреть на себя в это зеркало. Милочка, ты пришла в королевство кривых зеркал. Мне не нравится одна и та же одежда. Марин. Ты назвал меня Олей? Я назвал тебя Олей. Где я и где Оля? Где да ты что-то ты увидел общее вот между опять, мной вот и опять Олей? Только, вот смотри. Ну, совсем с любовью не связано. И ты думаешь, ну что такое? Почему? Я же хотел по-другому. Ну где же любовь? Опять ну, ты что-то затеял. Нужно прыгать, там страшная высота. Ну мы же не можем сразу таким образом просто вот... Какими нудистами ты охренел, что ли? Ну, мне нравится, когда свободно. У нас серьезная страна. Одень плавки быстро. Вот я разве вот это хотел? Вот это разве хотел? Я хотела любви. Вот и я говорю, я хотел любви. А это что ты тут устроила? Вы так красивы, потому что вы поете. Прикоснуться к вашему сердцу, к вашему внутреннему ответу, почему все получилось не так, как вы хотели. К вам лети, 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 лети. И вот этот спектакль, он может вам помочь. Ты можешь смотреть на себя сразу со всех сторон, как ты можешь воплотиться в свою лучшую сторону.